Несколько месяцев назад, опять будучи здесь, я процитировал Михаила Лермонтова и хочу повторить эти стихи, потому что то, о чем здесь говорится, уже начинает сбываться. Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен низвергнутый не защитит закон. Этот день настал, корона царя упала. Ждите падения режима, ждите распада вашей империи зла. Российская империя скоро прекратит свое кровавое существование. 300-летняя история Российской империи подошла к своему логическому концу. И как следствие этого, все народы, которые были колонизированы и порабощены Российской империей, обретут долгожданную свободу. И прежде всего это будет Армения и армянский народ. Россия вон из Армении! Россия вон из Армении! Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.